Один день из жизни в главном здании МГУ. Проснулись, улыбнулись, поглядели в окошко на солнышко, собрали волосики, идем умываться. Вот такой обшарпанный туалет, душ. Ну а теперь начинаем собираться в комнате 8 квадратных метров на учебу. До пары мне, кстати, идти 5 минут. Я, как любая девочка, люблю краситься, и тут могла быть ваша рекламная интеграция, но ее тут нет. Когда у тебя окно, ты просто поднялся, поспал, поел, отдохнул, сходил еще на пару, и не нужно ехать час в одну сторону до дома, ты просто пришел, и все.